песко-соляной смеси, твердого реагента и десятки единиц снегоуборочной техники не смогли спасти ульяновцев от последствий разгула стихии. Неожиданно выпавший снег с самого раннего утра практически сковал движение автотранспорта, а соответственно частично парализовал жизнь города и области. Так, в Чердаклинском районе сразу несколько улиц лишились электричества. На Императорском мосту произошло 4 аварии, а президентский мост встал из-за фур. Ближе к обеду ситуацию удалось нормализовать. В областном правительстве чиновники и представители государственных ведомств собрались на совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Введены режимы повышенной готовности у нас в 4 муниципальных образованиях. Это Ульяновский район, Изенский, Радищевский, Чердаклинский. И, соответственно, главное управление тоже переведено в режим повышенной готовности. Сегодня в уборке дорог задействовано свыше 140 единиц техники и около 800 человек, которые работают в 3 смены. За счет слаженной работы в короткие сроки удалось нормализовать городской и областной пассажиропоток. Авто и ЖД вокзалы и аэропорты работают в штатном режиме. Однако частичные проблемы с движением автотранспорта все еще остаются на некоторых участках. Особое внимание уделено Президентскому и Императорскому мосту, проспектам Нариманова и Гая, улице Локомотивной, Московскому шоссе, где скапливаются большегрузы. Сейчас их движение временно приостановлено, чтобы не затруднять основной поток легковых машин и снегоуборочные работы. Все по улицам расписано, все маршрутные карты расписаны в течение второй смены. Планируем привести, как говорится, в прежнее состояние все дороги первой и второй категории. Соответственно, к утру отработать их до нормативного состояния. Работа социальных учреждений также идет в штатном режиме. Внутренние территории дворов и подъезды к больницам расчищены. Особых затруднений для движения машин скорой помощи нет. Сейчас все силы брошены на ликвидацию последствий непогоды в городе и области. Ночью вся техника и люди будут работать в усиленном режиме. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.